Мы с вами находимся на окраине села Ершова Одинцовского городского округа Московской области. У мемориала воинам, павшим в декабре 1941 в битве под Москвой. Мне хорошо знаком этот мемориал. В начале 90-х годов прошлого столетия, будучи молодым командиром роты, я отвечал за него. В преддверии каждого 9 мая мы вместе с солдатами приезжали сюда, подкрашивали оградку, убирали траву. Командование части уделяло мне банку серебрянки. И каждый год солдаты наносили новый слой краски на эту фигуру. Нет, не на эту фигуру, на такую же фигуру. Она была из бетона или из гипса. Этих плит не было, этих дорожек не было. И храма тоже не было. Этот храм был взорван в декабре 1941 года фашистами при отступлении. Силами Ершовской администрации и мемориал, и храм были восстановлены. Память – это то, что объединяет всех нас. Самое настоящее место нашей силы – это наша память. С наступающим Днем Победы!